Вот обнаружена еще украинская техника, уничтоженная. Здесь несколько единиц. Казак полностью сгорел. По всей видимости, получил попадание прямое и уничтожен. Походу, что десантники были. Змеи, это десантники? Да. Аэропобедные войска. А ребенка с собакой, который погадил. Там сверху БК, пулемет. О, я туда залезу еще. Вот еще один трофей, украинская бронемашина «Казак». Относительно в порядке, боекомплект. Здесь патроны разного калибра. На башне пулемет. Сейчас он будет отремонтирован и станет на вооружение Луганской Республики, как это обычно и происходит. Отделение для десанта. Здесь они располагались. Но во время боя, по всей видимости, вынуждены были ретироваться. Сейчас идет осмотр. Осмотр этой бронемашины. Для того, чтобы оценить ее состояние, возможность ее использования. Что можно сказать, рабочий она вообще? Сделаю. Отремонтирую. Ну, пригодится в хозяйстве. Ну, я думаю, против них и пригодится. И века, говорят, написано. В старте. Замок зажигания сломан умышленно, чтобы мы не смогли его завести легко. Но мы сейчас его эвакуируем. Приведем в порядок, закрасим лишние надписи. И я думаю, машина будет работать.